Территория ТВ. Сегодня ночь оперы, и сейчас мы узнаем, что творится там, что территория приготовила нам сегодня. Пойдем. But you don't really wanna go. Cause you're hot and you're cold. Yes, then you'll know you're in and you're out. You're up and you're down. А сейчас только самая уникальная возможность услышать, как поет Алексей Клепсон вживую, практически онлайн. Алексей, здравствуйте. О, привет. Добрый вечер. И сейчас Алексей исполнит нам арию, ну, в каком-то необычном для него стиле, и для стиля арии, и оперы. Алексей, приступайте. Finto dal vino, caldo alla testa, una gran festa fa prepararsi, trovi in piazza qualche ragazza, te con quella cerca menar. Già l'amore già, ma visto è dopo mattina, d'una decina deve evitar. В территории празднует замечательная девушка Алена Павлова. Алена, расскажите нам, вы великолепно выглядите. Как вам удается это и какое любимое блюдо у вас в территории? Ну, наверное, сегодня это шампанское, хотя бы потому, что сегодня праздник, за который я безмерно благодарна тем, кто его устроил, в том числе это и моя любимая Music Cafe and Dancing Club территория. Ну, сегодня, поскольку у нас был очередной романтический вечер, мы с моим будущим супругом поспорили о том, что если мы пойдем в территорию, то он во всеуслышание признается мне в любви. Или наоборот. Он в нашем споре мне проспорил. Вот так и получается. Ну и, конечно же, мы ждем признания. Отлично. Мое признание очень простое. Малыш, я тебя очень сильно люблю. Я очень рад, что буквально через 3 недели у нас с тобой будет свадьба. Я тебя обожаю, любимая моя. Муа. Яркий, звонкий детский смех, улыбки дарят людям вслед мой город, мой мир. Счастье и мой наивный взгляд, как прежде, унынием объят, есть повод, есть миг. Открою я тайну одну, а ты доверяй мне, прошу.